Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 119. Мы продолжаем с вами изучать компонент Community Builder, социальная сеть для Joomla. И не успели мы с вами не так давно обновиться, как у нас уже в админке Joomla сигнализирует о том, что у нас появилась уже новая версия Community Builder. Давайте сначала обновимся. Итак, если вы зарегистрировались у них на сайте, то вы сможете скачать данное обновление официально, нажав на кнопку «Обновить сейчас». При этом вы должны быть авторизованы у них на сайте. Напоминаю, что перед обновлением обязательно сделайте резервную копию вашего сайта, если ваш сайт уже рабочий. Если вы тестируете, а резервную копию делать не обязательно. Если же вы качали обновление у меня, я тоже качал это обновление с официального сайта. Если вы там не зарегистрированы, то я вам предлагаю также скачать вот это обновление у меня. Это обновление я прикреплю к этому уроку, то есть ссылка будет в описании к этому видео. Перейдя по ссылке, вы перейдете сначала на страницу с уроком, с данным уроком, и увидите там на странице у меня кнопку «Скачать обновление». Давайте сейчас произведем установку обновлений. Я перехожу в расширение «Установить». Вот так выглядит обновление. Один архивчик у вас будет. Здесь мы кликаем на сайте «Загрузить и установить», чтобы появилось поле для загрузки, если оно у вас сразу не отобразилось. И я просто перетаскиваю архив в соответствующее поле. Загрузить и установить. Видим такую страницу, ждем, ничего не трогаем. У нас еще обновление до конца не прошло. Вот сейчас у нас установка завершена. Перейдем в панель управления. Посмотрим, что у нас сообщение исчезло. То есть у нас компонент обновлен. Итак, тема урока сегодняшнего. Я хочу вам показать, как вывести на страницу участников, на страницу ваших зарегистрированных пользователей, вот под этим вот списком, небольшой фильтр, который позволит искать пользователей на вашем сайте по количеству просмотров ихнего профиля. То есть вот эти вот. Вот эта статистика, просмотры. То есть что это за просмотры? Это два раза к этому человеку кто-то заходил на сайт. Эти просмотры отображаются здесь. Ну, конечно же, не кто-то здесь, к нему профиль заходил только я. Итак, как это делается? Мы переходим в админку, переходим в Community Builder, и здесь мы выбираем менеджер полей. Здесь прокручиваем в самый низ, можно или перейти на вторую страницу, или сделать, отображать. Я делаю 500, чтобы отобразились все поля. И нам нужен вот этот вот последний хит. Что мы здесь делаем? В самом верху мы смотрим, где у нас колонка «Исследуемая». Прокручиваем ниже, и напротив «Hits», видите, всплывающая подсказка нам показывает «Сделать возможным для поиска». То есть нам стоит нажать всего лишь на этот крестик, нажимаем. Крестик у нас преобразуется в галочку в зеленую. Таким образом мы активируем данное поле. И оно тут же должно появиться у нас здесь. Обновляем страницу. Вы видите, у нас появляется кнопка уже, дополнительная для поиска. И давайте попробуем поискать. Нажимаем на кнопку, у нас появляются вот такие вот критерии. И здесь есть подсказки. Смотрите, будем искать людей, у кого профиль просмотрели два раза. У нас есть вот два, есть у кого 0, у кого 1. То есть, по идее, если поиск работает верно, нам должно показать двоих пользователей. То есть, вот первого верхнего, это я сейчас авторизован, и второго вот с аватаркой собака. У него тоже просмотров 2. Здесь мы выбираем из списка 2. Здесь мы выбираем, например, вот такое значение и нажимаем на кнопку «Поиск». Как вы видите, у нас все работает. Отображается 2 человека с количеством просмотров профиля. Двойка. И, конечно же, мы сразу наблюдаем, что у нас именно перевод. У нас появляется дополнительная кнопка после результата поиска «Перечислить все». Я считаю, что это абсолютно неправильное здесь название. Также текст у второй кнопки залазит на за край кнопки. Самое простое здесь как-то сократить текст. Я уже говорил об этом, как легко менять строки. И я сейчас вам покажу на примере кнопки вот «Перечислить все». То есть здесь надо бы написать, например, «сбросить» или «сбросить поиск». Как это делается, сейчас еще раз напомню. Как скопировать вот этот текст на кнопке «Инструкция для ленивых».
То есть, чтобы от руки не писать, я просто правой кнопкой кликаю по этой кнопке, просмотреть код выбираю. Здесь прямо отсюда уже будет удобно качать из кода данный текст. Зачем я его копирую? Чтобы его легко было найти среди всех языковых файлов. Если вы пропускали какие-то мои уроки по Community Builder, то для вас эта информация будет вдвойне полезна. Здесь мы переходим к Community Builder Manager плагинов. Заходим в плагин RU.RU. Переходим на вкладку перезаписи. Вот внизу в поле поиска давайте найдем константу данному тексту. Находим, кликаем вот по этому тексту прямо. Он появляется у нас здесь в списке. Ключ мы получили, да? И здесь я напишу сбросить. Все, нажимаем сохранить, закрыть. У нас все готово. Обновляем страницу, чтобы посмотреть. Видите, у нас текст на кнопке поменялся на теперь нормальный текст. Теперь понятно, что эта кнопка делает. Нажимаем на эту кнопку. То есть мы возвращаемся с вами на страницу просто пользователей по нажатию данной кнопки. Да? И если захотим, можем воспользоваться еще раз неким поиском. То есть поиском по просмотрам. Вот такой вот сегодня вышел небольшой урок. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых и познавательных выпусков. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.